Всем огромный-огромный привет! И у меня сегодня вот такая большая закупочка из магазина «Пятерочка» на 900 рублей. Здесь у меня фруктово-овощная такая закупка, потому что в последней закупочке, как вы помните, у меня не было ни того, ни другого, просто потому что все еще было. Вот, но немножечко мы подъели фруктиков, и, в общем-то, я пошла за бананами и яблочками, ну, в общем, набрала чуть больше, чем планировала. Ну и давайте все по порядку вам покажу. Так, первое, что я хочу показать, это яблочки. Так, взяла два пакета вот таких вот фасованных яблок. Это яблоки микс фасованные. Здесь по 1,2 кило в каждом пакетике. Взяла два пакета. За килограмм 60 рублей были эти яблочки. Здесь, как вы видите, пара зелененьких яблочек. Это, как мне кажется, это голден, потому что они очень похожи на голден. И вот такие вот красненькие, они плотные. И вот этот вот сорт, он обычно очень вкусные красные яблочки. Они здесь не сильно крупные, поэтому, наверное, их вот так вот и зафасовали. Но, в принципе, вот и те яблоки мы едим, поэтому я взяла сразу две упаковки. Посмотрела, в общем, чтобы яблочки здесь были хорошие. Две упаковки по 60 рублей за килограмм. В каждой, как я уже сказала, 1,2 кило. Также взяла Гренни Смит яблоки, которые у нас Лиза и Марсель едят. Гренни Смит у нас были по 115 рублей за килограмм. У меня здесь, ну, почти килограмм на 107 рублей. Еще из фруктов у меня здесь черный виноград. Это виноград с косточкой. Такой виноград только мы с мужем едим. А дети у нас вообще как-то в последнее время виноград не особо едят, поэтому вот яблоки и бананы у нас уходят в лед, а виноград постоянно лежит. Поэтому взяла вот такой небольшой мешочек. И виноград у нас был по 154 рубля за килограмм. У меня здесь на 140 рублей вот такая вот небольшая, скажем так, небольшой кулечек. Так, и бананы. Взяла я бананы, вот такую вот сразу, ну, крупную связочку. Бананы были по 100 рублей за килограмм, у меня здесь 1,4 кило. Как я уже сказала, дети сейчас как-то активно на яблоки и бананы перешли, поэтому вот бананы покупаю часто. Так, и еще из, так скажем, такого фруктового, это лимончики. Лимоны были по 100 рублей за килограмм. Взяла вот три таких. И они вот сейчас вот такие вот классные, тонкокожие. И они очень ароматные, очень вкусные, даже какие-то сладковатые. Сейчас, ну, как все понимаем, уже холода. И вот хочется чай с лимончиком. Взяла три штучки. И мне эти три штучки обошлись всего лишь в 26 рублей. Так, по фруктам это вроде бы все. Из зелени я взяла только зеленый лук и укроп. По 100 грамм каждая упаковочка. И стоимость их была, кстати, тоже одинаковая. По 59 рублей за упаковку. И то, и другое. Еще из овощей у меня здесь огурчики. Огурцы среднеплодные. Были по 50 рублей за килограмм. У меня здесь на 44,5 рубля. Почти килограмм. И перец. Вот такой вот был классный красный перец. И он был на какой-то дикой скидке. 140 рублей за килограмм. Я вот взяла сразу 4 штучки. У меня здесь почти 600 грамм перца. Так, и по овощам это вроде бы тоже все, потому что остальное пока у меня есть. Также еще взяла вот такой вот сыр. Хохланд чизбургер, он был 90 рублей за упаковочку. Этот сыр часто во время завтрака, знаете, мы используем, поэтому покупаю его часто. Ну, достаточно вкусный, у меня особенно его муж любит. Так, и еще у меня здесь вот такие вот пюрешки. Но это у меня Лиза любит иногда перекусить. Одно время она к ним охладевала. Ну вот, а сейчас снова
Как-то ей захотелось. 40 рублей одна штучка. Здесь вот одно яблочное и одно грушевое пюре. В этот раз взяла фрутоняню. Ну, мы берем либо фрутоняню, либо агушу. Как-то вот эти вот два бренда ей больше всего нравятся. Ну и там, кстати, вкусы тоже бывают разные. Но в этот раз решила взять вот такие вот классические моно-пюрешечки. В общем-то, вот такая вот у меня получилась небольшая, но вкусная, полезная закупочка. Еще хотела вам, кстати, показать вот такие вот цветочки, которые у меня сейчас есть. Прелестные. Это гортензия. У нас просто в жилом комплексе здесь растут гортензии, но мы их не сами ободрали, не подумайте. Просто у нас управляющая компания занималась благоустройством и подрезала все кустарники. Ну и, в общем-то, они обрезали гортензию и предлагали вот жителям, кому нужна такая прелесть, такая красота, домой отдавали вот такие вот букетики. В общем-то, у меня дети пошли гулять с собакой и принесли мне вот такой вот замечательный букетик. Вот так вот они красиво выглядят. Ну, а на этом у меня все. Вот такое вот у меня получилось коротенькое видео. Хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого наилучшего. До новых скорых встреч. Пока-пока.